Привет из Египта, Марсалам. Аказия Swiss Resort. Немножко утеплилась, у нас ждет сегодня вечером ужин, очень вкусный. Я вас приглашаю, мы сейчас пройдем. На улице уже жарят на углях потрясающую рыбу. Пошли смотреть. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Вот это вот огромная зона барбекю. Запахи такие, что удержаться невозможно. Рыба. Размер впечатляет. Очень эффектно выложена. И вот ее разделывают и тут же жарят. В этой части у нас потрясающий люля-кебаб жарится. И такой эффектный повар, как будто бы из фильма. Очень он мне нравится. Потрясающе. Здесь чикен такос называется. Это курица с овощами в лепешке. Ну, выглядит очень аппетитно. Так эффектно представлена индюшка. Дуровские, конечно, они умеют это все украшать. А здесь делают совершенно необыкновенное для Египта блюдо, которое мне очень нравится. Это скорее ближе к нашей кухне. Это такие сухарики с чесноком, соусы чесночные. А здесь, как и на завтрак, делают блинчики. Можно добавлять туда разные сладкие варенья, мед, шоколад и прочие допинги. Но сами блинчики не сладкие. Итак, что у нас на шведском столе? Это рис с вермишелью. Картошка. Рыбка по-флотски, вермишель с мясом. Вот такая вот фасоль в соусе, похоже. Это фаршированный перец. Курочка. Национальное блюдо. И красивые разные соусы. Таких они красивых, чугунных. И обстановка, как всегда, очень приятная, атмосферная. Так, поближе подойдем к хлебу. Вот эти палочки обожают мои дети. Есть разные всевозможные лепешки, булочки, хлеб. Все очень вкусное, все очень свежее. Да, вот есть такие необычные, сухие, тонкие хрустики, назовем их так. Может, под пиво будет тоже неплохо. Да. Здесь, как и в обед, нарезки овощные и салаты. Здесь добавили еще соусы. Здесь тоже можно брать и поливать и рыбу, и мясо. А теперь пройдем и посмотрим, что у нас внутри. За ужином, кто хочет, останавливается внутри. Так как бывает прохладно, я предпочитаю все-таки сидеть на улице. Но здесь очень вкусная паста, как и за обедом. Готовят с разными начинками, разными соусами. Переходим к фруктам и сладкому столу. К сожалению, клубники сегодня вечером нет. Несколько дней назад она была. У нас апельсины, мандарины, финики, яблоки и бананы. Ну, любители клубники могут найти ее на пирожных всевозможных, так мы и делаем.
Вот, дети у меня очень любят клубнику. Ну и сами пирожные здесь, как я уже говорила, в обед очень вкусные, разнообразные. И я советую попробовать все. На вид у нас, да, самое обычное печенье. По вкусу необыкновенное. Поэтому с кондитерами здесь все хорошо в этом отеле. В открытом ресторане гораздо уютнее за счет вот этих горящих свечек. От них реально идет тепло. И они создают очень уютную атмосферу. И, конечно, большинство людей сидят на улице. Сегодня потеплело. Плюс тут всегда рядом с этими горящими факелами, так их назовем, тепло.